Ботанический сад – еще одна гордость Донбасса, ведь это один из самых крупных ботанических садов на территории Европы. Благодаря его масштабам Донецк считается одним из наиболее озелененных промышленных городов мира. Сад был основан более 50 лет назад как научно-исследовательский институт Национальной академии наук тогда еще Украины. За этот период была создана богатейшая коллекция видов растительности всего земного шара. 3 октября в Музее природы состоялось мероприятие, посвященное Дню работников образования и науки. На территории сада организовали ярмарки с товарами ручной работы, а также детскую зону с аниматорами, где маленькие гости осваивали разные экологические понятия. Сад стал площадкой, где разные творческие коллективы желают показать свое мастерство. У нас мероприятие посвящено, конечно же, празднику Дню Учителя. Мы поздравили всех учителей нашего города и всей республики. И расслали им приглашение для того, чтобы они пришли к нам, отдохнули, посетили сад. И вот этот праздник мы посвящаем им. Одновременно вот в этом году этот праздник учителей еще добавился праздник науки. Потому что с этого года провозглашен праздник образования и науки. Естественно, мы поздравили и всех ученых нашей республики, которые приглашены на наш праздник. А на завтрашний день мы приготовили вообще сюрприз. У нас завтра будет фэшн-фестиваль и будет дефиле. Причем самой центральной изюминкой этого фэшена будет костюмы от ботанического сада из растительного материала. По словам директора ботанического сада, летом его называли уголком мира, так как во время боевых действий это одно из тех мест, которое не подвергалось обстрелам артиллерии. В планах руководства сада в ближайшем будущем открыть творческие мастерские для детей, как элемент экологического воспитания. Ботанический сад в Донецке открыт для посетителей с мая по ноябрь. Отлично же работает оранжерейный комплекс. Здесь регулярно проводятся школьные и студенческие экскурсии. Это одно из тех мест, где можно провести выходной день с семьей или прогуляться с друзьями. Дарья Черничная, Виталий Чех, Новороссия ТВ.